Два года было больше, чем в прошлые годы. Но это уже как готовились и как ответственно мы относились к экзаменам. Но это, так скажем, факты. Ну а сейчас я бы хотела перейти к самой торжественной части. Это к вручению аттестата. Вечер, отчие очарование, приятен стиль и характер золотой, феноменальное природосочетание, глубокий ум с изящной красотой. Аттестат о среднем общем образовании вручается Бибиковой Анастасии Александровне. У Анастасии лучшие результаты по аттестату. Спасибо. Анастасии вручается похвальная грамота за особые успехи в изучении истории и обществознания. Анастасии вручается буклет в память нашей школе, который любезно с нами вот долгие годы сотрудничает Николай Александрович, подготовил вам на память. И хотелось бы поблагодарить и выразить благодарность Татьяне Ивановне за хорошее воспитание дочери Анастасии и активное участие в жизни класса.
Васильевне вручается похвальная грамота за особые успехи в изучении русского языка, литературы, истории, обществознания. Благодарность выражается Елене Александровне и Василию Ивановичу за хорошее воспитание дочери Марии и активное участие в жизни класса. Классно.
ведь она поет, танцует, и всегда полна идей. И про нее нельзя сказать определенно, какой талант не проявился сильней. Она творческая личность, без сомнений. Историей, рисованием увлечена, а в скором будущем рекламный гений. И фотографии талантлива она. Аттестат о среднем общем образовании вручается Беловой Елизавете Ивановне. Благодарность выражается Карине Васильевне за хорошее воспитание дочери Елизаветы. И активное участие в жизни класса. Вы не найдете в ней изъяна, она достоинства полна, трудолюбива и умна, с душой нежной и неранимой. Классе так необходима ее естественность, забота. Аттестат о среднем общем образовании вручается Ширлевой Наталье Алексеевне. Чернинов Виталий Николаевич.
Виталию Николаевичу вручается похвальная грамота за особые успехи в изучении обществознания. И выражается благодарность Любови Вячеславовне и Николаю Ивановичу за хорошее воспитание сына Виталия и активное участие в жизни класса. Вручается Холоповой Александре Алексеевне.
выражается Анне Алексеевне за хорошее воспитание дочери Александры. Он сходу забивает гол. Вся жизнь его, конечно же, футбол. О нем мечтает парень даже в школе. Он Марадона на футбольном поле. Желаем счастья мы ему и быть похожим на звезду. Аттестат о среднем общем образовании вручается Пешкову Дмитрию Александровичу. Благодарность выражается Ольге Вениаминовне и Александру Васильевичу за хорошее воспитание сына Дмитрия. Расцвела, похорошела и английским овладела, говорят, что скоро станет переводчиком умелым. И актриса, и певица, и работы не боится. Творчество — ее стихия. Аттестат о среднем общем образовании вручается Нестеровой Елизавете Михайловне. Благодарность выражается Галине Ивановне за хорошее воспитание дочери Елизаветы и активное участие в жизни класса.
среднем общем образовании вручается Холоповой Наталье Владимировне. Благодарность выражается Татьяне Владимировне и Валентину Анатольевичу за хорошее воспитание дочери Натальи и активное участие в жизни класса. Вежливость и доброта. Есть у него внимание и преданность.
аттестат о среднем общем образовании вручается Липину Михаилу Александровичу. Тимушеву Роману Николаевичу.
выражается Евдокии Степановне за хорошее воспитание внука Романа. Хватает всем его энергии кипучей. Аттестат о среднем общем образовании вручается
Благодарность выражается Светлане Владимировне и Владимиру Степановичу за хорошее воспитание сына Андрея и активное участие в жизни класса. И вручить им грамоты. Грамотой награждается Горбатовская Валентина Ивановна за добросовестное отношение к учителю, обучение воспитания. И успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения. Хочу выразить огромную благодарность родителям. Это и ваш труд, что ваши дети сегодня получили аттестаты. И от вас еще очень многое понадобится и потребуется, чтобы ваши дети учились дальше. С праздником всех! Успехов!